Опиши в репорт, у меня в машину демон вселился. Дерьмо-демон. Демон-священник. Мне кажется, мы взорвемся. Бля, в натуре напиши в репорт, машина демон вселился, давай. О! Подожди, походу багал. Походу ты управляешь, блядь. Блядь. Ну-ка, право-лево подергай. Не, нифига не работает. А кто ее управляет? Подергай. Какие плохо. Ты написал репорт, да? Нет, я ничего не писал. Засунь меня в багажник, чтоб мне плохо скинул, чтоб мне плохо стало в моменте. Давай, залази в багажник. Влази, Макс, это моё место. А что со мной? Куда полетел? Не, остановись, просто остановись. Остановился. А ты можешь, да, остановиться? Я остановился, она же сама едет, я не трогаю, будем вообще. Блять, я хотел просто остановиться, знаешь что? Ты просто меня выкинул. Я просто вижу, что тебе твоё ничего не делает. Куда поехал, хуй? Давай назад. Подожди. Стой, блять. Да куда ты? Стой, я просто хочу залезть, чтобы меня выкинул. Я тоже. Ты залезть из-за меня, что ли? Да. Отправь на спуск. В космос, блядь. Я не могу ее остановить. Смотри, если Мурлок вылезет, то все нормально будет. Да, если Мурлок вылезет, то все нормально. Не надо. А, не, он если даже сядет, такая же хуйня будет. Точно так же. Хватит, блядь, ДБ. Да я ей не управляю, понимаешь? Я только вперед назад могу. Да как залезть? Значит, ребята, кстати, куда полетел? Это интересно. Стой, Мурлок, вылезет. А что у нас Женя бегает без семьи? А у него Варн. Вот без Мурлока все нормально. Вот так это он из-за того, что у него ручка забаганная, он это... Кумарки тоже забаганные, кстати. Бля, буду тебе так священник. Так он сидеть должен. А теперь у меня забагано? О, пацаны, а дайте я попробую багажник. Может, жопу будет вилять? Не-не-не, а теперь сядь. Кто забаганной рукой, сядьте. А, нифига не происходит. Смотри, кстати, в багажнике нифига не происходит. Поехали. Так, Макс, а с Мавриком нормально едет. Так у тебя, Макс, не забаганный. У кого руки забаганные, тогда пусть тот сядет. У кого у тебя именно. У кого... Я тут вылез, блядь. Да? А где Варл? Вот я вот здесь. Смотри, сейчас он сядет, мы просто полетим. Дайте я сяду, попробую. У Скали рука забаганная с тобой? Пока. Не, у меня он увел. Не, с Лунаром тоже не багает. Только с Лунаром с Мурлоком. Здоровайтесь, Ворон. Мурлок, сядь в машину. Да перестань ходить, постарой. А, ну вот, Ствинки. А вот Ствинки багаются. Ствинки тоже забаганы. А, это получается, смотрите, это, короче, тот, кто понимает. Еще раз говорю, поздоровайтесь с Варлом. А, идите, да, сюда. Кару, кинь. Кинь поздороваться. Потом мне. Сильный эффект, блядь. Ау. Его у меня нормально. Не успеваешь? Прям Напиши админу, типа, у меня МЦЛ, чуть, сократите мне время чуть. Не-не-не-не, я работать не буду, я могу. А ну, открой багажник. А, нет. Сейчас, давай. Полетели. Я в космос. Я просто забыл, я хотел раньше взять этот марган, но я забыл про него. А я, типа, в воздухе у вас летаю или где? Нет, ты просто все переворачиваешься нахуй все, как бы. Снимать, я бы успел. Сука, машина, повернись. О, где машина? Ей пиздец. Не, еще раз повернись. А где вы? Я не понял. Повернись. О. Давай направо повернись. Давай. А что, наверное, голосом управляется, что ли? Ребята, вот. Она слышит, блядь, давай вверх, в небо полетели. В небо. Давай, летели. Сука, не может, не хватает. Давай. Тяги, дыбы. Не хватает. Дыбаш его нахуй. Пахай этого, блядь.